XVI веке в Волжске поселился черный маг Арон. Местные жители боялись его. Их полномочили заколдованную дуру ему прямо в сердце. Но дух Арона так и не появился. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я вышел с планшета. Играем в похожую игру «Закрывающий Монтесума». Первая, вторая, третья часть. А что, похоже, тоже тут огонь, вода, земля, воздух и стихии. Только без тотемчиков. Я просто вам показываю первый, второй. Видите, уже есть там звезды. Просто вам. Что это было? Звуки такие же. Это был второй, да? Четвертый. Ну,